Меня зовут Иван Алексеев, я артист, музыкант, выступаю под творческим псевдонимом Noize MC с 2003 года. Я зарабатываю исключительно своей музыкой, никаких других доходов у меня нет. На эти деньги я полностью содержу свою семью. Мы с женой воспитываем двоих детей, они ходят в приличную частную школу. За годы карьеры я накопил на приличную московскую квартиру. Я родился в маленьком провинциальном городе, я рос в бедной семье. Мне известна цена успеха, и мне есть что терять. Учитывая все эти обстоятельства, мне, по идее, на первый взгляд, не стоило бы выступать с поддержкой Алексея Навального. 23 января мне стоило бы, на первый взгляд, остаться дома и промолчать. Я часто слышу, подумай о своих детях. Я именно о них и думаю. И я не хочу, чтобы они жили в стране, где за инакомыслие человека можно убить, а если вдруг это не получится, посадить его в тюрьму по делам, которые никак не связаны напрямую с причинами этих преследований. Я часто слышу, ты заработал при этом режиме миллионы, не тебе против него выступать. Да, я неплохо заработал при этом режиме. Если бы я не хотел заработать при этом режиме, мне пришлось бы не зарабатывать последние 20 лет. Мне 35, в этом году мне будет 36. Я заработал не благодаря этому режиму, а вопреки ему. Мои концерты неоднократно отменяли, срывали силовые структуры, на меня заводили дела, меня пытались лишить профессии. Но на кону никогда не стояла моя жизнь, мое физическое существование. Я считаю, что возвращение Алексея Навального в Россию – это гражданский подвиг. Я именно так оцениваю этот поступок. Я хотел бы донести вот это свое мнение до людей, для которых это мнение важно. Свободу Алексею Навальному!